Проект «Гигаватт» предложил инновационное решение. Токены WTT демократизируют процесс майнинга и делают его доступнее. Первый ICO с аппаратным обеспечением стартовал 2 июня 2017 года и продлится до 31 июля. Как сообщает NewsBTC, каждый токен WTT дает владельцу доступ к 1 вату майнинговой мощности предприятия на срок 50 лет. Или, иными словами, токены WTT представляют собой пространство на полках для майнингового оборудования на объектах компании. Платформа уже продала более 11 миллионов токенов.